Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. И сегодня я вам расскажу, что я купила. Сегодня я ходила на шопинг, сегодня, вчера и позавчера. То есть это было пятница вечер, а суббота целый день и сегодня воскресенье полдня. А пока Димочка у меня у бабушки, у двоих, вернее, бабушек. Вот, я в этот момент походила наконец-то по магазинам, немножечко развеялась, немножко наконец-то купила новые вещи. Потому что в прошлом году я особо их не покупала. Думала, зачем, у меня есть вроде и джинсы есть, и шорты есть, и все есть, зачем я буду тратить деньги покупать. В этом году я решила, что нужно развеяться, нужно что-то такое купить, что-то новенькое. Тем более каждой девушке хочется пойти в магазин и что-то купить. Вот, копила я деньги, конечно, на ремонт своей комнаты, но в итоге часть денег я потратила. Потратила я, наверное, в общей сложности в районе 6 тысяч. Вот, где-то так я примерно вот думаю. Конечно, сейчас по ту сторону экрана девушки скажут, вау, так дешево, какую-нибудь фигню, небось, купила. Я не трачу денег много, я не покупаю какие-то там брендовые вещи. Да, они у меня есть, конечно. У меня есть и Dolce & Gabbana кофточки 2 целых, и еще что-то есть, я сейчас уже не помню. Ну, блин, не, это не очень люблю. Вот. Короче, зашла я в свой любимый магазинчик. Он раньше назывался «Смешные цены», сейчас он переименовался. Зашла посмотреть, просто хотела кофту такую, вот как вот сейчас вот носить, там плюс 8, когда плюс 10. Просто на молнии. Но ее не оказалось, я вспомнила, что мне нужны джинсы. Вот, как видите, на мне драные джинсы. Дойду еще немножечко чуть подальше. Драные джинсы, которые, в принципе, они у нас модны, по-моему, года 3 уже последних. Вот это лето, то лето, и вот до этого как раз вот, как у нас, 17-го года. То есть 17-го года как раз ходила беременная, думаю, ладно, потом куплю. Вот, наконец, этот день настал, я купила рваные джинсы, мне они очень понравились, они очень мягкие. Такие прям удобные. Единственное, мне не понравилось то, что вот здесь вот как раз вот на ножке не заужено. Вот. Ну, может быть, это и хорошо, может быть, так должно быть. И они, кстати, слишком даже длинные, как я люблю. Я люблю, когда они джинсы длинные, когда все закрывает. Так, и стоили они у нас 1050. Но там не делали большие скидки в этом магазине, поскольку я там часто бываю. Вот, и, наверное, мне их где-то за 1000 продали. Ну, где-то вот так вот. Вот. Вот они такие. Здесь вот все рваненькое. Пришлось мерить. Вообще, если честно, я не очень люблю мерить. Вообще мерить одежду. Особенно джинсы, когда там нужно раздеваться. Вот, ну, думаю, ладно. Пришлось померить, потому что в других местах джинс очень много. И из этого много очень сложно выбрать. Вот. Поэтому я думаю, ладно. Вот они такие у меня. Вот тут у меня зеркало даже есть. Прям такие веревки классные висят. Все так супер. Вот. Ну, немножко, да, они вот внизу немножко гармошкой. Мне напоминает это мою юность, когда я в колледже еще училась. У меня тоже были такие же джинсы, и они внизу были все время гармошкой, и все время я на них когда шла, все время наступала. Но я думаю, в принципе, это легко исправить, их можно подвернуть. По-моему, если не ошибаюсь, вот эти джинсы, они были изначально подвернуты. Вот я их развернула, потому что, не знаю, мне не нравится, когда вот немножко там подвернутые и виден носок. Не знаю, это модно, но мне кажется, сейчас это холодно ходить, может быть, если летом только. Можно будет, в принципе, подвернуть. Вот, обувка, кстати, у меня тоже новая, но она прошлогодняя. Вот. Также я купила рюкзак. Сейчас я его стегну. Вот, рюкзак. Он стоил 720 рублей, но мне его отдали за 700. Такой вот рюкзак. Темно-золотого цвета. Довольно он такой вот большой, кожаный.
Вот, единственное, здесь оказалось, не знаю, почему я сразу не заметила, не посмотрела, кожа немножко рваная. Ну, с другой стороны, ткань, я думаю, что, надеюсь, что она не порвется. В любом случае, я, наверное, его довольно редко буду носить, у меня вся одежда, хватает одежды и обувь, мне хватает надолго, потому что в основном я дома сижу и редко ухожу на улицу. Такой он довольно массивно смотрится, но тем не менее, то есть в него можно довольно много уместить, положить довольно много. Тут майка. Вот, наверное, вот с этими джинсами смотрится великолепно. Вот. То есть, правда, в другом месте, в другом магазине купила, но тоже на этой неделе. Так, сейчас посмотрим, сколько он стоил. Так, вот 1100. Стоил 1100. Такой джинсовый плащик, наверное, его можно назвать, я так думаю. Я думаю, хотя они, конечно, по цвету различаются. Но тоже джинсовая. Такой здесь бирюльчики всякие. Вот, его, допустим, можно будет одевать, когда летом. Вечером, например, холодно, его можно будет взять с собой, его одевать. Типа как кардиган, может быть, что ли, как это называется, не знаю. Вот здесь он. Единственное, конечно, он еще на пуговицах. Мне больше хотелось на молнии. Но зато здесь есть такие вот бирюльчики. Вот они, бирюльки. И также вот тут на кармане. Тоже есть такие бирюльки. Может быть, ради них вот я его и взяла. Вот. В принципе, мне кажется, он, наверное, неплохо смотрится. И с рюкзаком, я думаю, будет смотреться круто. Как-то так вот. А, немножко неудобно в нем, знаете, еще то, что тут вот пуговичка есть. И под пуговицей там есть маленький ремешочек, который делает, наверное, убирает эти рукава, наверное, скажем так. Допустим, я иду по улице, мне стало жарко. Господи. Я хочу его убрать. Ну, ладно, покажу сейчас. Вот она пуговица, и под ней прям как раз пришита штучка такая, вот она. А здесь еще дырку надо делать. И это примерно как-то, наверное, вот так вот, чтобы должно выглядеть. То есть как-то вот так это. Вот. Ну, опять же, это обыкновенная одежда. Тату какая-то там, 46-й. Вот они, бирюлечки. Такое. Здесь, наверное... А, мегапланета. Одежда, обувь. Сейчас у нас много таких стало появляться. Мегапланета, планета одежды, обуви. И там все такое. А, плюс у меня еще вот такую я купила. Она стоила 450 рублей. Вот, она немножечко мне большеватая. Ну, блин, там только был такой вот розовый цвет одного размера. И какие-то другие темные, темно-синие или зеленый какой-то там. Вот. Ну, я думала ее как платьице носить, но как выяснилось, она довольно коротенькая. Наверное, это как раз вот мне на конец лета, когда я немножечко поправляюсь, он как раз вот может это... Поносить его, короче, можно будет. И также тут капюшон. Вот, его, наверное, можно как разделить, например, волосы. Вот так вот. Надеюсь, наверное, даже так будет лучше. Как сейчас у нас носят капюшоны. Наверное, вот так вот. Чуть-чуть. Можно будет чем-то зацепить. Или посильнее.
как будто смерть такая с косой. Вот, ну, как-то так вот. Сейчас как раз, мне кажется, пошла мода на вот такие вот какие-то ленточки. Ну, не знаю, может быть, его ушить можно, или можно вот так ремешочек тут одеть, и оно будет как платьице, но я думаю, его можно шортами носить, в принципе, даже. Даже и с джинсами, наверное. Ну, не знаю, большеватый, но конец лета как раз. А, жалко, что во время беременности он мне не попался, он как раз вот с моим таким пузом, он великолепно, наверное, смотрелся бы. Вот, ну, не знаю, мне понравился. Такой он женственный, розовенький такой, хорошенький. Также мне к концу покупки подарили носочки. А сказали, дома оденешь, будешь ходить. Ну, да, вы будете ходить. Вот, они стоили 30 рублей. Ну, я думаю, носочки это всегда маленькая радость, они всегда нужны. А без носок, к сожалению, плохо. Их всегда оденешь, везде оденешь. Вот. Какой же, кстати, размер тут? Ну, я думаю, они, наверное... 36-41. Обожаю этот запах, запах магазина, запах новой вещи. Такое впечатление, что есть такая туалетная водичка с этим запахом, и они вот все это вот брызгают, брызгают, брызгают. Так, также вот я купила такие вот джинсики. Самые такие обыкновенные, самые ходовые. Кстати, очень мягкие, стоили они 1140 рублей. Не знаю, может быть, 140 мне скидку сделали, даже не знаю, или 40 рублей. Вот. Самые, ну, самые обычные такие у меня были, пока совсем не стерлись. Кстати, такие джинсы я тоже очень ношу подолгу. А предыдущие у меня были такие же джинсы за 800 рублей, я их проносила 3 года. Вот, носила их в начале, ближе к лету, там весна теплая, и осенью их носила, ну, летом иногда. А один раз даже один год все лето проносила. Ну, то есть, в принципе, мне хватает надолго. Вот, здесь вот, немножечко здесь потертости есть такие. Вот, естественно, они прям облегающие, до самого конца не облегающие. Их, в принципе, я думаю, тоже можно так же подвернуть, как сейчас есть мода. Ну, мне это не очень нравится. Здесь, кстати, нет, не в этих. Была пуговица такая классная, она пуговица, а внутри нарисован лезвие и дырочка этого лезвия. Такая классная, наверное, других осталось. Вот, очень мягкие такие. Вот, размер это, наверное, какой-то 30-й. О, не знаю, по какой шкале размеров. Вот, с новыми волосами, конечно, это смотрится все восхитительно. Мне очень нравится. Еще, кстати, ширинка. Немножко волосы волнистые. Но, тем не менее, волосы у меня, смотрите, уже доросли до попы. Да, уже. А если еще наклонить голову, так вообще. Вот, очень мягкие. Не зря я зашла все-таки в этот магазин, потому что в другом магазине я бы не купила ни джинсы, ни, не знаю, на рюкзак, может быть, купила бы, конечно, лучше. Ну, не знаю, вот этот вот, конечно, порез, не порез, он, наверное, лежал долго очень. Просто разломилась эта кожа. Немножко меня разочаровал, но я думаю, наверное... Можно будет перевязать какой-нибудь типа бантика здесь сделать. Вот, потому что, не знаю, есть смысл нести его обратно или нету. Скажут, может быть, вы сами порвали, у нас был нормальный. Тратить время опять на это, на все. В принципе, рюкзак меня устраивает. Ну, наверное, чем-нибудь я его завяжу, скорее всего. Я не люблю, в принципе, вещи относить обратно, ругаться, потом даешь свой... Паспорт, нужен паспорт для того, чтобы вернуть эту вещь. Там заполняют, потом не могут отдать деньги. За деньгами вы должны прийти в другой день, а я не могу в другой день прийти, у меня маленький ребенок. Вот, туда я точно с ребенком зайти не смогу. Вот. То есть это очень сложно все. В принципе, рюкзак меня устроит. Носить я его все равно буду очень редко. Поэтому
поэтому я думаю, мне его надолго хватит. Вот такие джинсы. Так, единственное, так, что у нас еще? Здесь у нас, бирка. Вот эта бирка тоже есть тут у нас. Как обычно вот на всех джинсах, не знаю, зачем она там. Здесь просто какая-то стандартная, еще вот здесь вот тоже какая-то штучка. На тех, которые за 800 я покупала, там прям такая явно классная бирка была. Что-то там яркое, что-то такое там нарисовано, прям оно мне очень нравилось. И вот, ну, к сожалению, они порвались уже, и рвано их носить точно не буду. Также я купила шорты такие вот, на них была 50% скидка. Вот. Ну, купила такие, мне они понравились, не знаю, они модные или нет. Считаются ли они, не знаю, мне понравилось то, что тут черная сеточка как раз под мои, пока что еще черные волосы, не знаю, еще пока голову не мыла после того, как покрасилась. Сегодня даже сон снился, как я мою голову, что-то одним шампунем, вторым шампунем, и потом про себя думаю, зачем же я пытаюсь смыть этот цвет, он мне так классный, мне так идет, вот. Не знаю, здесь посадка высокая довольно, и пузику немножко неудобно. Не знаю, о чем я думала, когда мерила. Там, ну не знаю. Но мне не застегнул, потому что дырочку надо было сделать. Ну, в принципе, ничего так. В принципе, сейчас тоже модно, высокая посадка. Так, стоили они у нас... вы стоили они 813, значит, 50% это 400 рублей где-то вышло. То есть, в принципе, я считаю, зачем переплачивать? То есть деньги переплачивать, если можно купить дешевле. Я лично так всегда считаю. Вот. К вам никто не подойдет и на улице не спросит, а у вас что, Дольче Габбана? Естественно. Нет, конечно, не спросит никто. Надеюсь, что с такой сеточкой не совсем вульгарно смотрится. Но если бы, конечно, не вот эта посадка, чуть-чуть они были бы покороче, мне прям нравится. Я надеюсь, что я до лета не пыталась те вещи сильнее, что мне не придется сбрасывать опять вес. Ну вот прям до пупка у меня даже тут чуть-чуть животик свисает. Ну, если что, можно будет поголодать немножко. Вот. Также вместе с этим рюкзачком, я думаю, будет неплохо смотреться. Вот так вот. Ну, маечка, правда, у меня, конечно, старенькая. Я не нашла, нашла, вернее, одну. Ну, не знаю, мне просто декольте хорошее такое. Не знаю, зачем, короче, я взяла. Пока я шла, думала, зря на нее взяла. Ну ладно. Пускай будет. Сейчас я покажу, в принципе, почему я ее взяла. То есть, ну, вот эти шортики мне прям очень понравились. То, что они рваные, сейчас рваные модные, вся молодежь. Молодежь ходит, и, конечно, мне тоже хочется быть молодой, чтобы меня считали за молодую. Мне... приятно, гораздо приятнее, когда к тебе сзади обращается девушка, а не так там, пропустите женщину с коляской. И так сразу по себе думаешь, там же идет женщина такая большая, такая толстая, с коляской. И начинаешь такая в бок двигаешься, 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 потом голову поворачиваешь, понимаешь, что это про тебя сказали. И думаешь, господи, неужели я такая толстая, я же худела, я же сидела на диете. Вроде вешу всего 57 килограмм, но, видимо... народ бывает разный и называют так вот. Вот. Ну, немножко даже, да, тут живот у меня, конечно, виден. Живот у меня не такой, как у всех большинства молодежи. У меня живот идет вот отсюда всегда, как у беременной. Не так, как там у кого-то вот внизу, а именно вот отсюда. И летом, когда я одеваю облегающие майки, мне постоянно народ, идящий ко мне навстречу, всегда улыбается. Думаю, что я беременна. Но нет. Даже к врачу я была в очереди сидела.
Мне женщина подошла, говорит, вы на каком сроке? И сначала не поняла, думаю, какой еще срок. А потом до меня дошло, нет, говорю, я не беременна. Да, говорит, а у вас прям так, говорит, такой животик прям видно, говорит, как будто беременна. Нет, говорю, это всегда так у меня. Волосы прям вообще такие классные. Наконец-то мне волосы прокрасили. Вот, и также я купила еще одни шорты. Наверное, я их сейчас покажу вместе с майкой вам. Так, ну и вот, майка, ее отдали, она была 400, ее отдали за 300. Вот, ну здесь декольте немножко побольше, я люблю, когда здесь декольте большое, чтобы было все видно. Вот, ну, вот у нее есть такая вот особенность. Раз там вот этот вот бантик там какой-то, но, в принципе, с другой стороны, не будет видно за волосами, конечно, это все. Не знаю, почему я ее взяла. Видимо, у меня просто уже майки заканчиваются, и я думаю, что она пригодится. Вот, также шорты. Шорты тоже в районе 300 рублей где-то стоили. 250, 300, где-то так, ценника почему-то на них нету. Его забрали. Вот, ну, это вот самые обыкновенные джинсовые шортики. Мягенькие, то есть, ну, прям вот они как раз самые обычные. Другие мои, если кто помнит, я в прошлое лето ходил, они с манжетиками вот так вот, тоже очень мягкие. Вот, выбирала я между вот этими шортами, и были точно такие же светлые. Поскольку, по-моему, у меня те шорты светлые, и стали мои предыдущие, они тоже светлые. Вот, я подумала, что и будут эти, пускай эти будут темные. Вот, очень такие они мягенькие. Не зря я шорты купила еще заодно. Вот. Ну, в принципе, вот отсюда вам сбоку видно, какой у меня животик. Ну, сейчас его, естественно, почти не видно, потому что я похудела. А так, когда я дохожу там до веса 60 килограмм, то, конечно, он такой пузик становится, как у беременной. Ну, в принципе, честно говоря, я уже к этому привыкла, мне не мешает это жить. А, также я еще купила темные очки. Вот, но они больше подходят под кожаную куртку, вот именно в тот стиль, в котором я пришла в магазин, к тому стилю они и подходят, в принципе, кстати, подходят очень хорошо. Вот, ну, не знаю, может быть, их и лет, у меня, в принципе, есть очки, не знаю, зачем я их взяла, вот, но они мне просто понравились. Вот. Вот, также написано здесь что-то. Ну да, вот я даже через камеру вижу немножко вот тут пузика. Эти, конечно, у них посадка гораздо ниже, чем у тех. Ну, не знаю, я надеюсь, что я к тем привыкла. Там, если у тех посадка высокая, то, в принципе, даже можно одевать какие-то... То есть они закрывают пузико, и можно будет одеть какие-то маечки. Сейчас вот носят маечки такие раскрешенные, какие-то вот до сюда. И как раз здесь вот будет вот так вот. До пузика у меня шорты, здесь майка, то есть вот тут будет голеньким и будет нормально. Потому что, ну, одевать такую маечку, знаешь, что у тебя немножко пузика открытая, когда еще добавил после беременности немножечко оно еще растянулось. Вот. Особенно, когда садишься, это все вот так вот тут сморщивается. Как бы не очень приятно, не очень красиво, я знаю, что это некрасиво со стороны. Но после беременности, к сожалению, никуда не денешься от этого. Осталось мне купить только кофту. Была вчера в Космопорте, в Нью-Йорке. Там была кофта розовая, такая, ну, не нежно, а светло-розовая. Такие у нее, ну, у нее рукава прям такие были облегающие. Мне прям они так плотно прям по рукам легли. Здесь тоже прям все так плотно. Хотя, кстати, было написано, что там размер XXL. То есть 2X, 2 или 3. Я вообще сначала, когда я стояла, не смотрела, думаю, боже, какая она большая, наверное, она будет мне велика. Может быть, еще не буду брать, но я дождалась своей очереди, все-таки зашла в примерочную, померила, я прям одевала, у меня с трудом залазила, ну, тут по рукам. Вот, и застегнулась она так вот немного с трудом. В принципе, можно было взять, наверное, я думаю, в любом случае она растянется. Вот, ну, не знаю, почему я ее не взяла.
Она прям в облегон прям так была. Можно было бы, в принципе. Вот. Ну, я надеялась, что я сегодня дойду до Glory Jeans и надеялась, что я там куплю кофту. В принципе, мне осталось еще как раз где-то 1500-2000. Может быть, я на этой неделе, я надеюсь, смогу зайти в Glory Jeans и посмотреть там кофту. И тогда все, как бы на этот год я все накупила. Даже не только будет на этот год, это всю одежду я буду носить, особенно джинсы. Я буду носить в ближайшие 2-3 года точно. Даже больше, у меня поскольку двое джинс. Похудеть, в принципе, всегда можно. Вы, наверное, смотрели мои ролики, как похудению, там, как это все делается. Как можно похудеть. Ой, волосы выпадают чуть-чуть. Еще немножко. Еще чуть-чуть выпадают волосы. Ну ничего, они скоро перестанут. Вот. И... Хотя, знаете, я когда покупала вторые джинсы, я еще так задумывалась, надо ли мне их брать. А вдруг я пыталась идти, но думала, ладно, я всегда похудею. Всегда похудеть, в принципе, можно. Вот. Такой у меня был шопинг. Насколько я сказала? На 6000. Ну, где-то, да, как раз вот эти 450. Их раз заплатила за это все. 4. Это штука 5. Ну, где-то в районе 6, да. Может быть, даже поменьше. Может быть, 5 с чем-то. 5500, 5900. Ну, где-то, да, так вот. Вот, купила довольно много, закупилась. Конечно, кроме обувки. Обувки у меня, опять же, очень много. Я покупаю обувку в таких же магазинах. Я не покупаю дорогую. Вот. Опять же, потому что я выхожу довольно редко на улицу, и даже когда не было ребенка, у меня была та же самая история, я выходила на улицу очень редко. И обувки, то есть дешевые обыкновенные обувки, которые шьет Москва там или Китай, мне, я до сих пор ношу, мне хватает надолго. Поскольку там я за один год могу в этой обувке выйти раз 5-10, не больше, то, конечно, она мне хватает надолго. И в итоге у меня полные шкафы этой обувки, они лежат. Лежат, они уже не модные, они мне уже не нравятся. Вот, ну, она выглядит как новая, ее никуда не денешь. То есть, такая у меня история. Единственное, то, что у меня изнашивается всегда, это тапочки. Тапочки и кроссовки. Потому что я больше всего люблю кроссовки. Причем у меня сейчас кроссовки из Спортмастера, они очень-очень мягкие. Вот, когда-то очень давно мама мне их подарила и купила себе. В итоге она свои мне отдала, говорит, носи, они мягкие, я себе куплю другие. И вот я сейчас свои пытаюсь заносить. Они уже были один раз в ремонте, у меня там что-то сзади, на дачу я приехала, их оставила в коридоре, и там сзади мышка чуть-чуть подкусила. Ну, я так думаю, не могла я зацепить где-то. И появилась маленькая дырочка, мне ее так зашили аккуратненько. И все, я их ношу, и ношу я их, наверное, года 3-4 уже, да, где-то так. Их уже в Спортмастере не продают, хотя, честно говоря, я бы закупилась бы ими огромной такой партией именно целыми, потому что они реально, они подошвы, у них очень мягко, очень удобно, идешь вот прям вот ногами, пяточками вот наступаешь, и очень мягко, очень приятно идти. Вот. Ну, на всякий случай, у меня еще лежат мамины, они вообще как новые, мама там их пару раз одевала всего лишь, там мама тоже очень любит кроссовки. Вот, на работу в них ходить прям самое то. Вот, в принципе, я рассказала вам даже про свою обувь. А обувь показывать смысла нет. Вы можете ВКонтакте найти на фотографиях моих обувь там. Я ходила иногда, там, предыдущие годы. Вот, в принципе, это все на сегодня. С вами был канал Артмания, и я Наталья. Показала вам, что я купила. Надеюсь, что вам понравилась моя одежда, что она довольно стильная оказалась за какие-то там 6000 в общей сложности. Вот, может быть, я, кстати, даже что-то буду ушивать. Не знаю, я немножко переживаю по поводу этой розовой туники. Она, да, действительно, немножко она прям как мешок, такая большая. Я люблю ушивать иногда, подшивать, пришивать что-то, переделывать по-своему, там какой-то небольшой свой дизайн
приделывать. Ну и рюкзака, конечно, не очень удобно, неприятно, вернее, то, что эта кожа порвалась. Ну, я думаю, я этот рюкзак поношу долго. Вот. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, обязательно подписывайтесь. Ставьте палец вверх, только вверх. Мне будет приятно. Обязательно пишите в комментариях, какая-то, может быть, одежда мне не подходит. Или какая-то, может быть, подходит. Что можно сделать с этим рюкзаком, с этой маленькой дырочкой. Да, это, наверное, будет больше дырочкой. Может быть, ее зашить как-то можно или что-то сделать. Может быть, какие-то советы сможете мне дать. Вот, и все. А еще влоги мои смотрите, как это сыночком, как погуляем с сыночком, кулинарные рецепты, видеообзоры на технику там есть, на продукты у меня есть, на продукты из фикс-прайса. Ну все, всем пока-пока.